Вітаю Україну, вітаю українці. Знаєте, закриваючи черговий кол-центр, бо то ферму рашистську, я зовсім прогавив, що компанія Apple виписала новий iPhone нового покоління. Запитання до всіх. Хто першим серед народних депутатів, міністрів, співробітників Офісу Президента та всіх можливих гілок влади купить собі новий 15-й iPhone? Я хочу iPhone. Я слышу это как кошмарный сон, ведь я же был в тебя одну влюблен, не зная то, что хочешь ты. Я хочу айфон, пойми, ну разве счастье только в нем? Ну может как-нибудь давай потом, ты рушишь все мои мечты. Мимо окон витрин прохожу опять переливы огней, словно говоря, загляни и купи свет ее мечты. Эх, была, не была, подарю цветы. Я хочу айфон. Я слышу это как кошмарный сон, ведь я же был в тебя одну влюблен, не зная то, что хочешь ты.